Специалисты дорожного отдела службы заказчика из администрации округа принимают первый объект в этом году. Дорога по улице Тихменева еще в апреле была в ямах и ухабах. К ремонту полотна подошли основательно. Сделали на этой улице полное асфальтирование дороги, сделали тротуары, прокопали кюветы для водоотведения, заменили часть труб, которые по подъезду домов проходят. Для выполнения всех работ понадобилось 1,5 месяца. Общая площадь отремонтированной дороги 2605 квадратных метров. В новом асфальте участок от Краснознаменной до улицы Калугина. Перед сдачей объекта были взяты образцы в лабораторию на качество асфальтобетонной смеси. Оценивали и другие параметры. Измерялись геометрические параметры автомобильной дороги, то бишь площадь асфальтобетонного покрытия, протяженность, выполненные работы по бортовому камню, по устройству тротуаров, водоотводных кюветов. Первый отремонтированный объект принят и сдан в эксплуатацию. На очереди еще 20. На данный момент работы ведутся на 15 дорогах. Среди них Краснознаменная, Володарского, Арсеньева, а на Плантационной асфальт и вовсе кладут с нуля. Все ремонты планируют сдать к сентябрю при условии благоприятной погоды. Марина Роман, Николай Ларченко. Телемикс.